Если у вас есть мобильное приложение, то вам подойдет реклама мобильных приложений в Директе. Это тип рекламной кампании, с помощью которого можно увеличить количество установок приложений или действий внутри приложения. Реклама показывается на мобильных устройствах для iOS и Android, на поиске и в сетях. В этом видео мы расскажем, как самостоятельно сделать базовую настройку рекламной кампании. Новый интерфейс рекламы мобильных приложений позволяет заводить кампании просто и быстро. Создайте рекламную кампанию. Заведите приложение, которое собираетесь рекламировать. Укажите ссылку на страницу приложения в Google Play или App Store. Укажите вашу трекинговую систему, и Директ предложит подходящий шаблон трекинговой ссылки. Трекинговая ссылка поможет вам отслеживать установки приложений из Директа, а также видеть статистику по установкам в интерфейсе Директа и пользоваться CPI-стратегией. После заведения приложения вы можете использовать его в других кампаниях. Все ваши заведенные в Директе приложения вы можете видеть и редактировать в списке приложений в разделе «Мои кампании». Кампания содержит в себе группы объявлений и основные настройки. Укажите базовые настройки кампании. Задайте географию показов для кампании и выберите стратегию. Стратегия расставляет ставки на условия показа, чтобы выдерживать заданную цель. Укажите желаемую цену установки и где вы хотите показывать объявления. Создайте группы объявлений. Заведите первую группу объявлений с общими запросами, которые в целом описывают само приложение и его тематику. Создайте объявление. В рамках базовой настройки рекомендуем добавлять текстографические и графические объявления в одну группу. Добавьте релевантный интерес и несколько подходящих ключевых слов. Добавьте еще одну группу объявлений. Сделайте эту группу с объявлениями об одном из уникальных торговых предложений вашего приложения. Загрузите релевантные тексты и картинки. Задайте соответствующие ключевые слова. Таким образом, создайте несколько групп объявлений с уникальными торговыми предложениями, акциями и новостями. Оценить результаты работы своих кампаний вы можете в мастере отчетов.